Всех рад приветствовать подписчики и гости канала Мистер Банкир. Сегодня поговорим о необычном сочетании дебетовой карты Тинькофф Блэк и кредитной Тинькофф Платинум. Поделимся небольшими лайфхаками и фишками, как выжать все соки и получить максимальную выгоду от карт Тинькофф. Смотрите видео полностью, ведь мы расскажем, как получить дополнительно плюшки и преимущества от банка Тинькофф. Кредитка может быть полезной и выгодной, если умело ею пользоваться. Если у вас есть дебетовая карта Тинькофф Блэк, вы уже получаете кэшбэк и процент на остаток. Но есть отличный способ зарабатывать еще больше с помощью кредитной карты. Алгоритм такой: я получаю зарплату на карту Тинькофф Блэк и трачу с нее только 3000 рублей в начале расчетного периода, чтобы на остаток на счете начислялись проценты. Больше зарплату не трогаю, вход идет кредитная карта, этой картой я оплачиваю все покупки. Проценты по кредитке я не плачу, потому что гашу весь долг в беспроцентный период. Каждый месяц приходит выписка с суммой, которую нужно внести, я просто перевожу ее с дебетовой карты. Многих, наверное, смущает, что эти карты не бесплатны в плане обслуживания, и кого-то это может отпугивать. Но у нас есть отличное предложение. За оформление двух этих карт по ссылке в описании или закрепленном комментарии под видео, обслуживание обойдется вам полностью бесплатно и навсегда. Это также отлично поможет сэкономить, а сэкономил, значит заработал. Если есть кредитная и дебетовая карта, то практически любую покупку можно сделать рассрочкой. Ограничений по магазинам нет, рассрочка подключается уже после оплаты и не нужно договариваться с продавцом и оформлять договор. Длительность вы выбираете сами, до 12 месяцев. Рассрочка беспроцентная, но есть разовая комиссия за подключение, которая зависит от срока и стоимости покупки. Преобразовать в рассрочку можно покупку от 1000 рублей, главное, чтобы она прошла в текущем расчетном периоде. Гасим кредит в другом банке и не платим проценты, если у вас открыт кредит или кредитная карта в другом банке, который вы погашаете с вашей карты Тинькофф Блэк, то и здесь вам пригодится кредитка Тинькофф Платинум. С ее помощью можно перевести деньги в другой банк, чтобы закрыть кредиты и до 120 дней не платить проценты на сумму погашения. Услуга называется перевод баланса, она подключается бесплатно. Особенно выгодно воспользоваться услугой, если на кредитке в другом банке заканчивается льготный период и есть риск не успеть погасить задолженность. Вы можете закрыть этот долг услугой перевод баланса, и у вас будет еще 120 дней, чтобы вернуть всю сумму без процентов. При этом вы можете выбрать, как погасить долг всю сумму сразу или вносить на карту понемногу, но регулярно. Мы показали вам, на наглядном примере, как на самом деле может быть выгодна кредитная карта, особенно в сочетании с дебетовой картой. При правильном и разумном использовании, на этих картах можно спокойно экономить и зарабатывать. Ну что же, а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.